скажу крамольную вещь, нет никакого перевоплощения. Это все ерунда, нету перевоплощения. У меня нет водораздела между театральным искусством в этом смысле и литературным. Отличаются инструментарии. Но по сути, чем больше ты внимания уделяешь этому персонажу, чем больше тебе хватает фантазии подумать, про, как бы сделать проекцию, сделать как бы некоторый фантазийный такой воображаемый коридор его жизни, и чем больше ты сам в это веришь, тем больше верит, собственно, твой читатель.